Спонсор показу – компанія «Нова будова». Любов останню ніколи не було. Боже, яка гарна пісня. Давайте. Гарна пісня. Зараз буде жарко. Тебе нема, у снах нема. День за два в журбі минає, коли тебе у снах нема, прокидаючись, згораю, мовчить у промені струна, душа на споминах не грає, залишаючись один, без тебе долю. Пробач за сльози, що бігуче ми були, коли за чварами нас доля оминала. Пробач за весни, що для тебе не цвіли, і не карай за те, що боляче. Какое-то все делали, так это вот вы актер, знаешь, как-то монолог какой-то рассказываешь, что-то вышел, так и вы знаете там это и пошел и что-то рассказывать. Но он же учитель истории. А, ну это песня. Ну, у него как бы он рассказывал свою не речь историю. Идет, не прямая речь, да, а песня идет просто круто, очень круто. Простите, пожалуйста, вы прекрасны, но голос вам. Может быть, да вообще сейчас Сергей забрать, допустим, его, и ты так как пришел, так и уйдешь. Какая добрая девочка. Марина, а о чем рассказывали вы? На самом деле, я рассказывала о своих внутренних каких-то переживаниях, и уж так получилось, что Александр мне напоминает немножечко типажом того человека, о котором я думаю, когда пою песни о любви. Класс! Вот так вот. Это круто! Они отлично отыграли, спели. Это просто молодец.
Ребятушки, спасибо вам большое. Я вами очень горжусь. Потому что это небо и земля на голову сильнее, чем на последней репетиции. За этой легкостью кажущейся, вот это вот Александра, стоит работа, причем его собственная. Еще мы говорили с Сашей, даже подсмотри, как это делают эстрадные певцы. Как они, как бы объяснить, как они ходят по сцене, как они рассуждают на тему любви. И ты все сделал все равно по-своему, и все равно было хорошо. Ты просто, ну как это? Я просто перенервничала. Ты как для модели поешь просто феноменально. Ты была красивая, и тебе верилось каждому слову. За это вам огромное спасибо одному и второму. Да, кто? Спасибо. Кто проходит далее? Сейчас я вернусь в Потапа. В нем легче все Позови делать. Потапа, да. Я вызову. Давай, тут на сцене уже истерика начинается. Очень волновалась. Вообще просто жутко. Руки тряслись. Ноги потели. Дальше. Марин, прости меня, Саша идет дальше. Олександр Мінаєв. Залишається в проекті. Ну, зараз переживемо ще один сердечний приступ. Олександр, вітаємо, друг. Молодець, клас. О, мужчина, блин, ви крутой, офигеть просто, мужик. Просто класс. Я свободнее раскованнее не видел никогда. Пожалуйста, вам спасибо, Александр. Волнение, мне нужно прийти в себя. Это просто шок, ребята, это просто шок. Да. И зараз Джамала, ребята, Тина и Сергей снова могут сделать крадіжку. Час пішов. Опас. На цьому все. Цей сезон «Голосу» для тебе закінчився, але попереду найкращі події у твоєму житті. Спасибо. Марина Царан. Не обіжайся, Марина. Спасибо тобі більше. Дякуємо, Мариночко. До зустрічі. С помощью «Голоса страны» новый этап в моей жизни начался. Тут сидеть, с одной стороны, приятно. Да, что... ты тут сидел, а ты приятно сидел, тут мы сидим тут уже вторую неделю, ты понимаешь? Спонсор показу – компания «Нова будова». Счастливые люди живут в ЖК «Счастливый».